Я думал всегда, когда я раньше не сидел в соцсетях, я думал, все там, которые в соцсетях сидят, только умные и патриоты. Возьми там 10 профессоров, там, придумай самые там, умные слова, напиши, там есть люди, которые будут критиковать. Критикуют так глупо, там, и вот вообще не понимаешь, там, как так можно думать? Человек разве может о таком думать, да, я не знаю, говорить, я вообще не знаю, там, даже мысли не могут приходить в голову, такие, да, глупые, там, искаженные. Поэтому очень страшное дело в соцсети. И можно больше, там, знаешь, делать все, чтобы молодые дети не сидели в соцсетях, там. Поэтому, там, у ваших нет детей аккаунтов разве? Нет, у нас он, мои дети там. У вас-то есть? У меня это есть, но моих детей нет. Зачем им нужны? Что они будут делать? А, у них график загруженный, там, расписанный, да, вот, каждый там, час, секунда, поминутно там. Вот, у них каждую неделю расписан. Поэтому им не до интернета, не до Инстаграм, там, не знаю, контакта или Мальстеры там.